Никто выходил, никто заходил, ничего не слышали, не билось, ничего. Сказали, ограбили, вынесли золото, вышло вроде как трое с кинологом тут искали. Это все, что торгующие на лотках рядом с магазином могут рассказать о происшедшем сегодня утром. Злоумышленников не смутила ни камера наблюдения над входом, ни людное место, ни близость управления милиции. Именно этот ювелирный магазин, находящийся в сотне метров от городского управления милиции, ограбили сегодня утром. По официальной версии правоохранителей, трое молодых людей ворвались в помещение, разбили витрины, собрали украшения и скрылись в неизвестном направлении. Торговцы с удивлением пожимают плечами. Говорят, ограбление совсем не назовешь разбойным нападением. Дескать, слишком тихо все прошло. Ни звон стекла, ни криков, ни воплей. Потому что я думаю, если бы хорошо воровали, же можно было выбежать и сказать, держите вору. Но никто ничего не... как-то очень тихо. В милиции происшествие комментировать отказываются, ссылаясь на тайну следствия. По факту ограбления уже возбудили уголовное дело по статье «Разбой». Между тем в прокуратуре уже взяли дело на контроль. Завтра обещают раскрыть детали нападения. Андрей Кравченко, Борис Буцевич, медиагруппа «Объектив».